Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на сервере на ролеплей Центральный Округ. Мне здесь Кирилл Путбулови, не забывайте вводить мани при регистрации. Итак, сегодня у нас, в принципе, очередная новая серия. Сейчас, пацаны, у нас поздно, практически 2 часа ночи, и я решил зайти и попробовать словить какой-то бизнес. Ну, как бы время все-таки, я думаю, это довольно-таки неплохо будет. Поэтому с вас, пацаны, без лайки, давайте садимся в вертолет и направляемся в сторону, получается, Арзамас. Ой, Юшки. Там мы полетим в банк и посмотрим, возможно, есть какой-то бизнес по ГОСУ. В принципе, я был бы не против его словить, если такой, в принципе, есть. Поэтому сейчас летим туда. Не знаю, получится у нас что-то словить сегодня или нет. Время позднее, повторюсь, почти 2 часа ночи. Онлайн у нас 137. И как бы, да, возможно, что-то все-таки получится словить, либо что-то вообще слетает. Давайте, я думаю, полетим в Юшку и посмотрим. Так, вот я уже, в принципе, долетел, поэтому давайте зайдем в банк, посмотрим, что там вообще есть по ГОСУ. Ну, то, что слетает вообще, либо не слетает. Я думаю, это будет интересно глянуть. Так, давайте бизнесы. И у нас бизнесы, это бар, который слетает через 4 пейдея, потом бар еще один. И магазин садовоз, который слетает через 4 пейдея. Ну, такой себе, по-моему, XBA нету, да, на центральном округе, поэтому, блин, 4 часа такой себе. Давайте я сейчас налоги оплачу. Так, все налоги я оплатил на машины и на... все остальное. Так, давайте посмотрим дома, которые скоро светят. Так, по домам, ну, там тоже такая ситуация непонятная. Так, 4 PD, да, ничего в скором времени, в принципе, не слетает. Давайте посмотрим, что за бар там слетает. Просто для интереса, через 4 PD, 86 бизнес. Так, 86 ID бизнеса, окей, давайте посмотрим, выйдем, кто и где этот бизнес находится вообще. Извиняюсь, если я буду тупить, потому что, блять, уже довольно-таки поздно, и я довольно-таки как бы спать хочу, поэтому... не обращайте внимания. Так, где он находится? Я не вижу. А, вот этот бар, блин, его уже столько раз ловили, сколько раз продавали. Видите, вот этот бар в Бэдово. Блин, он вообще не выгодный, поэтому смысла его ловить нету. Так, давайте я саду вертолет, чтобы он не пропал. Так, тут чувак, короче, продает майбах. Может, он захочет обменяться. Давайте ему напишем сообщение. Либо лучше уже позвоним даже. Так, короче, мы с ним договорились. Обмен и моя ДП 400 тысяч. Давайте я слетаю в автосалон. Посмотрю, сколько стоит. Это прелесть, в принципе. Так, вот я прилетел до автосалона. Давайте посмотрим, какая цена у этого майбаха. Вот он, в принципе, стоит у нас. Он есть в ГОСе. И ГОСка у него 2 миллиона 400 тысяч. Блин, не знаю, ну такое себе на самом деле. Хотя майбах мне внешне даже очень нравится. Так, i8 у нас стоит 7,5 миллионов. Chiron даже в ГОСе есть. Lexus. А потом Jaguar. Audi. Ну, в принципе, много тачек. Тогда, пацаны, не нужно писать в комментариях, типа, вот, я лоханулся и так далее. Честно, я, блин, мне насрать, серьезно. Я эту экономику на родине не знаю, как бы, она постоянно меняется, хотя я играю каждый день уже практически, но все равно, блин, я не могу понять, то, сколько стоит, тем более он ФТшный, грубо говоря, он стоит 4 миллиона, ну, это так, грубо говоря. Как бы, он его продает за 3, а я хочу обменяться на Поршак. Хотя Поршак не нравится, но, блин, я люблю тачки менять. Ну, конечно, я не хочу продавать BMW, не хочу продавать Chiron, не хочу продавать Audi, не хочу продавать Maverick. А вот, ну, Поршак можно, в принципе, продать. В этом, я думаю, ничего страшного нет. На нем я вроде бы как накатался. Он у меня уже вроде бы больше недели, поэтому Maybach я буду, думаю, будет нормальной такой заменой вместо Поршака. Так, вот я уже, в принципе, и приехал, так сказать. Мы уже стоим на Бурынке. Сейчас будем меняться. Вот такой вот, в принципе, майбах. Кинь ФТ посмотреть. Карпас или как оно. Так, вот он, короче, предлагает. Давайте скриншотик сделаем. Принять. Так, у меня все, в принципе, обменялись. Теперь у меня майбах, а у него Порш. Просто заебись. Так, давайте скриншотик сделаю. Вот такой вот, все, замечательно. Так, теперь можно садиться в тачку и давайте посмотрим, что она вообще из себя представляет. Так, ну то, что он боком ебашит, мне уже нравится. В принципе, но он не полностью ФТшный, пацаны. Там нету подвески, стробоскопов и так далее. Так, а ну что насчет Урала? Давайте спросим. Так, он у тебя ФТ, он у тебя ФТ. Давайте спросим. Ладно, короче, поехали. Я хотел майбах на Урал поменять. Ну ладно, не будем этого делать. Блин, ну тут, кстати, неплохо так едет, я вам скажу. Довольно-таки бодро. Так, давайте тормоза эти нахрен выключим, потому что они меня бесят. Так, где майбах? Выключи тормоза. Все отлично. Так, я думаю, можно сразу же его перекрасить. Давайте баллон. Баллон. Ну, такой цвет тоже прикольный, в принципе, да. Ну, давайте в таком цвете его пока что и оставим. Поехали, его припаркуем и поедем еще там рыбку продадим по бырику.
Блин, мне нравится эта машина, она боком вообще классно валит. Давайте пробуем в поротик зайти. С нейтрочком просто. Опа, вообще по-царски зашли. Реально, вот прикольная тачка, на ней боком можно будет повалить, пацаны. Можно будет на ней, кстати, поехать на трек и там понавалить боком, либо покататься. Но это, наверное, будет в следующей серии, пацаны. Протестируем эту малышку, в принципе. По треку погоняем и, я думаю, съездим в одно местечко. Оно здесь далеко находится. Я думаю, там будет интересно покататься. Поэтому ждите, в принципе, следующую серию. Сейчас я поеду, припаркую вот эту махину и потом поедем, подадим черепах. Все, короче, я припарковал машину, забрал черепах, забрал сома и посадил новых, короче. Я думаю, будет нормально. Все, поехали, сейчас продадим. В принципе, посмотрим, сколько у нас бабок выйдет. Ту черепаху я, наверное, уже потом заберу, в принципе. Просто бочком заходим, пацаны. Реально, блин, на нем дрифтить очень классно. Смотрите, просто боком едем. Просто ручником даем, и все, он боком летит. Реально очень классно. Сейчас быстренько продадим рыбу, и будет все заебись. Так, блядь, эти батин, конечно, длинный пиздец. На нем дрифтить довольно-таки трудно. Но я думаю, привыкнем. Можно будет на нем попробовать повалить бочком. Довольно-таки неплохо. Надо будет еще чекнуть сейчас, что там в багажнике. Может быть, что-то лежит. Но у него пробег маленький, скорее всего, чувак его недавно купил. Поэтому особо, думаю, там ничего нету. Так, давайте черепахи продадим. Все, заебись. Так, давайте чекнем багажник. Что-то может быть есть. Так, багажник. И у нас здесь есть две канистры, кстати, да. И есть один набор для починки. Ну, нормально, что, пойдет. Все, чуваки, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.